Скульптурная композиция «Саранча на кочане китайской капусты» – один из самых оригинальных экспонатов в коллекции Музея современной истории России. Это произведение – подарок Сталину к 70-летию от коллектива начальной школы при Педагогическом институте Пекина. Композиция состоит из трех частей – серебряной подставки и двух кочанов китайской капусты, выполненных в технике объемной резьбы по слоновой кости с подкраской. В Древнем Китае капуста являлась символом богатства и денег, поскольку в китайском языке слово «капуста» звучит так же, как слово «деньги» или «богатство». На стеблях плодов, кроме жуков, нескольких стручковых перцев и черешни, мы видим саранчу. Несмотря на известную неважную репутацию саранчи, этот символ несет в себе другой, положительный смысл. В Древнем Китае саранча означала благословение детками. На Востоке саранча употребляется в пищу, поэтому в современной истории она воспринимается еще как продукт высококалорийный, питательный и общедоступный.